Приветствую вас. Я Лёша, а это Илья. Сегодня мы приглашаем вас на велопутешествие по городку Дыбин и его окрестностям. В школе музей Спаши. Здесь мы окунемся в быт наших предков. Что носили, в чем варили еду, какими орудиями труда пользовались, как отдыхали. В военном прошлом нам расскажут уникальные экспонаты военных лет, альбомы и книги памяти. Кто испытывает ностальгию по советскому времени, вам сюда. Здесь вы можете взять в руки ранец 90-х годов 20 века, читать поздравительные смс-ки, прикоснуться к истории быта советских граждан. В нашем музее экспонаты можно потрогать руками, даже сфотографироваться в них. На территории нашего городка расположена первая пограничная застава Пинского отряда. 15 июня 2018 года главой государства Александром Григорьевичем Лукашенко было открыто новое здание пограничной заставы и жилого корпуса. Дыбинская церковь Парфёнова Пятница – памятник древнего зодчества с элементом барокко. Внесена в список историческо-культурных ценностей Республики Беларусь. Храм построен в 1640 году, действует в настоящее время. По местной легенде в храме молились такие значимые личности, как Тадеуш Костюшко и Александр Суворов. Сегодня мы в гостях у Дыбинского дома ремесел. Его назначение – возрождение и сохранение культурных ценностей нашего края. Жемчужиной заведения является музей. Здесь работают ручки по плетению соломкой, вышивке, качеству, росписи по дереву. Вы имеете возможность поучаствовать в мастер-классе и освоить основы вида ремесел. Сейчас мы приехали на озеро Любовь, расположенное в 3 километрах от агрогородка Дыбин. Это озеро ледникового происхождения, самый большой водоем на Кобрынщине. Вблизи озера Любань, база отдыха и детский оздоровительный лагерь «Волна». Озеро окружается сосновой бурью, где водится много птиц, насекомых и животных. Любань играет роль ценного природного объекта, также является любимым местом отдыха для населения Кобрынщины. Поверьте, после велосипедного путешествия вам захочется непременно вкусно покушать. Предлагаю огрусадьбу свиданочку. После вкусного обеда вы можете помечать о новых путешествиях возле вечернего костра. Приглашаем в Дыбин!